Наш final project называется To-Do List Planner. Сначала мы создали регистрацию и вход в систему. Для того, чтобы зарегистрироваться, сначала нужно ввести username и пароль, затем подтвердить пароль. Для этого мы использовали onCreate метод, чтобы создать аккаунт, и затем через onClick button мы переходим к логину. В логин page мы вводим username и пароль, и через onClick метод мы входим в аккаунт. Далее пользователь переходит на страницу to-do листа, и можно будет нажать «Добавить таск». Смотрите, здесь у нас есть несколько параметров. Это часы, время, дата, description и сам таск. Вот, получается, в main activity у нас есть три страницы: main activity, base activity и alarm activity. После того, как сохраняется, можно поставить напоминание на определенное время, и оно прозвенит в определенное указанное время. Для базы данных мы использовали Room Database Server. Он нам appdatabase.java и database client мы там соединяем. И получается, все данные, которые вводит пользователь, сохраняются. Делается там выборка и сохранение. И также обновление, delete и...